Глубина оттенков синего будто переносит нас в пучину океана, где хозяйничает северянин нарвал. Его давно включили в Красную книгу со статусом «редкий малочисленный вид». И на этом холсте он по той же причине. Художник Валентина Синько, прежде чем взять в руки мольберт, изучила немало литературы про хозяина северных вод. Начала писать картины 5 лет назад по велению сердца. Любимые техники – масло, акварель и гуашь. Передать глубину чувств и эмоций можно цветом, считает Валентина. От хорошего моего настроения, от радости жизни, от всего того, что я видела. Плохое я исключаю, только беру хорошее. И когда начинают говорить о плохом, я говорю, нет, со мной только о творчестве, о художествах, о картинах, о песнях, о стихах. Галина Шанина вдохновение черпает не только от хороших новостей и от прогулок по вечернему парку. По специальности инженер-геодезист. Карандаш в руки брала еще с детства, но серьезно заняться творчеством решила на пенсии. В проекте «По следам Красной книги» участвует 4-й год. Уже написала 30 картин. Одна из них – «Подснежник-прострел». Подснежник Перковича, посмотрите, вот у них бутончики, как капелька молока. Очень интересный подснежник, редкий. Правда, у нас даже в Одинцово видела я этот подснежник. Понимаете, один. Так они даже массами. Вот, например, в Сибири там очень много еще подснежников осталось. А в европейской части подснежники вот просто исчезают. Исчезают и дубравы. На картине художника Юлии Латте медведь бережно охраняет молодой росток зубчатого дуба. Картину написала кофейной краской на акварельной бумаге. Юлия – профессиональный художник, работает в редкой технике кафеграфии с 2008 года. Мне очень хотелось бы вот через разные проекты реализовать как-то такое развитие кафеграфии в России, вообще представить больше интерес к кофейному рисованию. Привлечь внимание жителей планеты к необходимости бережного отношения к окружающему миру. Миру, его защиты и сохранения для будущих поколений. Это миссия проекта «По следам Красной книги». Более 40 картин экспозиции художники представили в православной школе «Лествица». Такие проекты не только доставляют эстетическое удовольствие, но и решают важные образовательные задачи. Дети выполняют учебные проекты, они знакомятся и с художниками, и вот в данном случае «Красная книга», она позволила нам познакомить детей с представителями «Красной книги». Это очень ценный ресурс, на котором могут демонстрировать свое творчество как юные, так и уже зрелые художники. И выставка, которую мы сегодня видим, она и является синтезом работы уже начинающих художников, у которых есть опыт и наработанное мастерство, и зрелых наставников. Своими произведениями художники перевели «Красную книгу» с языка цифр и описаний на язык чувств и эмоций. Посмотрев в глаза животных на полотнах, можно осознать, что мир дикой природы прекрасен и гармоничен. Он живет своей жизнью, и его разрушение – преступление. Самое лучшее, что может сделать человек – это созидать, как, например, 8 художников ассоциации «Ника». В этот раз их экспедиция побывала на Камчатке, откуда привезли 100 картин. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».